Я веду свой репортаж из спортивного манежа, где проходят тренировки прыгунов на батуте. Вот он батут, он тут, а вот спортсмен, он то тут, то там. Сейчас я задам несколько вопросов этому прыгуну. Скажите, какой ваш личный рекорд? 7. Да вы что, метров? Часов. А, давно вы уже прыгаете? 25. Да вы что, лет? Раз. Сколько? 27. Ваши ближайшие планы? 29. Скажите, кто сегодня победит? Думаю, я. А кто займет второе место? А что, еще кто-то есть? А почему вы убрали из программы свой коронный 5-метровый кульбит? Потому что потолки 3,20. А что для вас удача? Ну это когда я себе не сверну шею! А редкая удача? Так я вообще ничего не сломал. А что нужно сделать для того, чтобы себе вообще ничего не сломать? Нужно сломать батут! Вы хотите что-нибудь сказать нашим радиослушателям? Нет! А еще? Все! Жаль, но тогда я попытаюсь вас снять. Даже не пытайтесь, я уже женат. Это не важно, улыбайтесь.